В декабре в лицее совместно с благотворительным фондом «Лизонька» прошла акция «Помоги Деду Морозу». Ребята собирали подарки и писали письма своим сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. А затем решили проявить инициативу. Ребята наши знают, что это дети-инвалиды, дети с тяжелой жизненной ситуацией, с ограниченными возможностями по здоровью. И они говорят, а давайте мы их пригласим, и эти подарки им здесь и подарим. Покажем представление. Лицеисты связались со Старогородковской школой-интернатом, с коррекционной школой «Надежда», и их приглашение было с благодарностью принято. Спектакль «Бременские музыканты» по мотивам сказки «Братьев Гримм» можно смотреть по-разному. Каждый, будь то взрослый или ребенок, найдет в этой трогательной истории о любви и дружбе что-то свое и задумается над такими, казалось бы, простыми и одновременно сложными вопросами, которые постоянно задает нам жизнь. Вчера мы когда с ребятками проговорили этот вопрос, да, что детки с особенностями, какие-то разные реакции могут быть, вот их встретить надо. И они вот прямо на глазах как-то повзрослели, наши. Они в чем-то себя более сильными почувствовали. И такое желание помочь. Да, встретим, проводим, а вдруг, а можно мы тоже. И вот это очень ценно. И мы думали, это мероприятие вот для этих деток, да, которые к нам сегодня в гости приедут, особенные детки. Но это также мероприятие для наших детей, потому что это очень воспитание. Оно, наверное, вот очень эффективное. Проведение таких благотворительных мероприятий особенно важно и в свете развития в России волонтерского движения. Воспитание в молодых людях готовности поддерживать тех, кто находится рядом и нуждается в помощи. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».